Делать, присмотрите меня, чувак. Конечно, типа. Я подготовился, я как черт отец сегодня. Нет трансмога, нет ДПС. Я говорю, вот серьезно, типа, трансмог делаешь, косарь ДПС прибавляется. Может, тайный баф появляется, типа сила стильного героя. А ты, Невер, ты купил нам рыбу? Нет. А ты что, самый богатый, что ли? Вой, ты купил нам рыбу? Надо. А СГБ взять, нет? Он говорит, да у меня там 50 косарей, галдей, блядь. Нету... У вас есть почта? Я могу скинуть слог своего. Когда ты скинешь невкусную. Ну, это что, очень вкусно? Блять, как вы на варах в льду ходите? Да, сейчас бы вкусная рыба есть. А ну смотрите, что я вам везу. Смотрите, сколько подарков. Просто весь сервер за мной бежит. Блядь, как блядь, блядь. Блядь. Я буду стирать. У меня ФПС один. А IQ сколько? Понимаю, столько же. Сука. Это ты ролишь своё IQ, правильно, Гудлик? Это я пытаюсь ролл словить, чтобы большой был. Ты только что три ролла больших словил. А у кого это? Я сейчас пиздец какой-то. Все, посмотрим. Все, минус один. Тебе метка. У меня, короче, из-за того, что ноут разряжен, у меня сейчас FPS маленький. Мне надо, чтобы батарея до середины зарядилась, блядь, тогда будет нормально. У меня сейчас FPS один, блядь. Ты что, Тор? У меня FPS 1-0. 1-0, это 10? Да, смены кадров 7. 7 кадров в секунду. Ребят, дамажу 430 тысяч в манекен, бля, интересует реально. Нет, такого нет. Не бывает такого. Вон Джонни 90 тысяч. Зверь. Опачки, и вылетело. А у нас в квартире газ. А у вас? Давайте плюс 0 за ой. Рос, ты стрекал чуданом, короче, в пувате. В смысле? Мне сломали пушку. Заебись получается. Давайте плюс 4. Ой, плюс 0 за ой. Кто там такой умный? Блять, плюс 4, точнее. Тогда плюс 0. Это и есть плюс 0. Да какой, блядь? Башни пошлите. Башни все убиты. Да нет, маяки стоят. Но они должны стоять. Не-не, маяки сейчас комнаты. Маяки маленькие. Так а чё вы, типа, пугов сюда? Вы слышите, спорт, слышите? Или? Слышали, как стреляло? А его не ломали, он всегда был рабочим. Это кто такой этот Мэлд, господи. Стоит в стену долбиться, блядь, Невер. Неадекватный, блядь. Не, стакалось. Почему нет этого Будлика? Чего вы с ним общаетесь? Жалко, Абулы здесь нет. Я сейчас соберу, пока он справа. Больник отпушаете. Да, Гудлика хейтим. За это плюс ГП дает. О, кто меня хейтит? Плюс ГП, Неверу ГП. Гудлик, по-моему, ты сам себя хейтишь. Нет, я себя не хейчу. А, по-моему, молодец. Топ. А молодец. 1, 2, молодец, это, по-моему, не похвала. Топ 1, 2, 3 ДП. Молодец среди овец. Молодец. Сам овца. Или молодец как... среди богов. Ты ну ты перегнул, конечно. Мы не такие хорошие. Я же когда к вам в гильдию вступил, у меня заметка была богоподобна. А сейчас сделаем бокопор. Да. А куда вот этот тип едет на чпакаре лепила? Не знаю. Мне в мою машину нужно два адекватных тиммейта. У нас есть такие вообще? По-моему, вряд ли. На месте.
У тебя какая? BMW? Печенька. Так, сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 18 человек будет ЕП. Ура! Вы что, что все, кто туда заложил? Росса, что ты мне не можешь ЕП перенести? И ГП будет, кстати, тоже. Слышишь, Росс? Бля. А ГП на мейны идут или на твинов? Росс, нет, нет, сюда идут. Не, я же тебе сказал, я перенес тебя за тот рейд. Нет, мне надо с ДК все перенести на ВА. Это не ко мне. Бьорн сказал, чтобы ты перенес. Ну, слушай, Бьорн, пускай он и переносит. Так он сказал, чтобы ты перенес. Ты что, будешь спорить с этим? С тобой, да. С Геймом гильдии будешь спорить? Не знаю, я с ним не разговаривал по этому поводу. А когда буду разговаривать, буду уговаривать, чтоб не перенес себя. Вообще, блядь, Донку надо давать минус ЕП за то, что он, бля, ебашит своих на острове, реально. Кто там ебашит? Дон, прикинь, на меня сегодня напал, бля, ужас какой. О, ГП, блядь, где он? ГП ему дайте, мне реально. Охуевший. У меня в катапульте никто не сидит. У меня ноутбук заряжает. Так, давайте вся наша гильдия, подойдите к разрушителям. Сейчас запихнем вас всех. Не, я сижу уже в печеньке, все, блядь. Печеньку можете не трогать. Можно на мотоцикл сесть? Ну, у меня FPS 9, я могу тоже разрушить. Ну, короче, я спамлю ДДшника последнего со спиком танка, никого пока нет. Это будет Мишка стопудово. Так а зачем? У нас же два танка есть. А уже нашли? Ну вот HyperX это разве не танк? Я не знаю. Олюшка, а ты на ком? А что за танк? А ну натяни шмот. А, я не помню. Ну слушай, блин, мы ульду закрывали на фул в каком? 210-м гире? И ничего же было. Да, может не спекаться, просто натяни шмот, я хоть посмотрю. Тогда будет понятно. Олюшка, ты на ком? Кто, Олюшка? На ком ты? Нет, нет, весь шмот ролик. А, точно, Ира, блядь. Ну, на Ирине. Нехило, нехило, конечно. О, у нас лог жесткий, темный, но он покажет, что такое БДПС. Кроме анролов. Короче, блядь, тут вар, ну, тут ДК такой. Темное, покажи, блядь, тысяч, что такое 26 КДПС манекен. 35800. Фласочку выпить, там этот друидовский баф дать, там лолоковский пет, будет нормально. О, кстати, кто мне фласку даст, то я забыл. О, ГП, фласки нет. Кстати, 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 вот насчет фласок, алхимики, у котов есть алхимия, нету каких-нибудь? Просто у меня есть на коте алхимия. Так, вот, я полетел, где трансмог, подождите, сейчас все будет. Ну, ты можешь, вот, когда ты говоришь, блядь, микрофон в рот не засовывай. В чем прикол? Мы и так тебя слышим. Блять, Гудлик, завали ебало, блять. Может мне кто-нибудь объяснить, вот это когда? Вот ГП. Когда, mm-hmm. когда... Я без матов, заметьте, блять, без матов. В смысле, ты сказал ебало? Ебало это у животных. Ебало это не мат, Гудлик. Это не мат, Анатолий. До конца. Нет, сука, по факту... Идите нахуй. Бля, мне сова какая-то писала. ДД? Нет, хил. Ну, секиса, которая, да? 222 сова. Чат. Нормально, давай, сейчас 3 КДПС отдаст. Шо? Я не знаю, мне Армагеддон взять или пику с этого, который БКшный. Пика точеная? На Армагеддон или на пику? Смотри, у меня есть вот такой, короче, а сейчас, блин, и вот такой вариант. Пика точеная? Под вот такой сет, да. Короче, понял? Вот, сейчас, вот такого цвета. Как? Бери вот это. Армагеддон не играешь. Шмотка у меня вообще, блядь. Тыкните на сумон, пожалуйста, все, шум уберите. Сейчас, подожди. Так
Вы же не на боссе общаемся. Ты хоть раз видел, чтобы на боссе кто-то общался? Душный. Душнило. Душнило. Ну на боссе только Невер разговаривает. Все. Душишь, понятно. Чем дольше мы стоим, тем лучше. Все, сломайте. Бля, только шепотом не говори, блядь, раздражали, пизди. Я готов. Ну, посмотри, если фейп есть в онлайне. Значит, нет. Да ему в Дискорд нужно написать смс-ку сейчас. Сделаем. Вы кто в Warface зарегистрирован? Найдите его. Все, я сильный, можете меня сумму. А, стоп, еще буду фласки сразу куплю пару штучек. И рыбу купи нам со специями. Да у меня нет денег столько. Ну хотя бы, блин, 10 штук. Нет. Так, здорово всем. Со специями 100 голды, по-моему, стоит, да? Че да. Вам, рыба надо, да, ребята? Дам я рыбу вам. Да сейчас там куплю. Не беси меня. Бля. Дайте ИП ему. Да, у него ник просто классный. А мне не давали плюс кролу за рыбу. Слушай, ну, я вам со специями дам, блядь, 10 кролу будет. Базар. Да я все равно ничего не роль, ничего не чувствую. Пох. Темный это исполин. Да не разве? Нет, ну не ночь, а не лог, а ночь. А че у нас тут бесконечной ярости кидают такой дорогой меня? Сколько меньше 100 голды? Получается. 150. Ого, надо продать, кстати. А, у меня аукцион не работает, все понятно. Ой, я так устал. Кто? Не беси, Невер. Завершите. Так, можно не беси меня в осадке будет? Вот и я тоже говорю, не беси, бля, Невер в осадку. Походу да, блядь, давай побыстрее, пошустрее, кого не хватает. Дайте это, другого заменим. Два человека писал. Нету. Меня слышно, нет? BMW X5, кстати, дерьмо, если что. Это старая машина. Ты говоришь, как владелец какой машины? X7. У меня X10, блядь. Лада X7, да? Я на X2 играю. Возьми у X7. Вообще на X4, мои ребята. Ну, у меня машина Tesla. Знаешь, у вас. Охуесло, блядь. Просто, блядь, включил, блядь, авто, блядь. Лёг спать, блядь, через просыпаешься, ты уже на месте. Так, и чё, мне в ромбик сидится? Удобно. Да. Удобно, блядь. Куда ложишься спать? К себе в кровать? Нет, в машине просто спишь, она ведь сама едет. А, бля, нет, тогда не очень удобно. Не знаю. Кто спит за рулем Теслы, тот уезжает сразу на кровать. А, нет, не писал. Ну, понятное дело. 5 дк это сила. Да это ж полюшка пускай идет. Что, все в кино, что ли? Что не так? 221. Блять, ты рофлишь? Я первый раз в жизни на Эрдру играю. А.
Он не знает, что такое омоложение даже, ты чё, блин. Не надо тут. Это вот, короче, быстрый каст, и пух, и ходка, и все. И она хилит. Чё? Чё, блин? 217-й ФДК пишет мне. Не дамажит. Так у нас. Ты тебе так и так одного хила искать. Ну что, хила одного, да. А что Бьерн? Что пьяный Бьерн зайдет, поможет хапалом. Подождите, а вот этот вот маг небес и меня, это этот, как его? Небеси меня вообще-то. Нет, ты неправильно читаешь. Аркан, Аркан, я сказал ему, чтобы он тебе МК кидал, все. Все, чет. О, хапала бери, давай. Небес. Хотя, блядь, ДК уже 4 штуки, блядь. Да, нормально. Сказал, кто там, Вар тебе еще пишет? Лучше бы тебе писали женщина. Да ханты мусорных у нас. А пока только паладины пишут. Женщины за 40. Ну хэпала бери похуй, 2 хэпала зайдись. За 40 гривен? Да. За 40 лет. Где кури? Уже бы покурил. Невер молодой развратник. Нет, ну, я ему написал, что вопрос с ним решается. Подожди, в смысле молодой Гудлев? Ты чё? Женщин за 40. Хэпалу дал пальцы? Ну и нормально. А. Еще немного ровесница. Охренеть, я понял. Пенсионер. Вы с дедушкой общаешься, нахуй. Когда на пенсии? Имей уважение, сын. Кстати, Гудли, когда у тебя этот выпускной в школе? У меня да, когда тебя в армию заберут уже? Я был уже. Забыл, белорусского. На да нет, не был ты в армии. В белорусские войска. Белорусская это не считается. Ну, а нихуя себе. На, поищи. 220+. Скажи, ничем не отличается от российских? Ну да ладно, блин. Так российская тоже не считается. Ну же грязь. Забор покрасить. Это шоу был? Не дай бог. Бля, я мог бы Лока уже качнуть до 8 уровня. 7. И 10. Что-то ты долго качаешь. Нет, нормально. В размеренном темпе. Все, ну, вон быстрый старт бы взял и все, да что париться. Так этот, Ирсена, или кто там у тебя? Ирена, садись в катапульту. Я тебя запущу сразу. Восемь человек разрушители. Так? А, я понял. А. Назначить типа. Анреалист, это наш человек, плюс-минус. Вылазь. Из трусов влазь, залезь куда-нибудь в другое место. Так, Мирон, ой, Мирон обычка, Торим обычка. Кто у нас есть там? Рея ХМ, Хадир ХМ. Бля, Гудлик, да помолчи, ты слышишь? Я оцениваю рейд. Я сейчас тебя замучу. Так, Хипер там сидит, раз. Кто у нас вообще есть там? Рядом сидит. Протест, давай за руль в трусы. Или что-то, или дамажить хочешь. Короче, вся наша гильдия, подойдите к разрушителям быстрее, давайте. Шустрее. Кто нигде не сидит. Там ой, еще лишний остался есть. Один. Так, кто у нас здесь есть слабый? Они все сильные. Нормально. Сандоми, Сандоми, садись за руль трусов. Так, кто у нас там еще есть? А, этот... Невер, садись за ромбик, за руль. Остальные, вот кто здесь сидит, давайте по этим, по пассажирам рассасывайтесь. Ой, да я к тебе сел, что это бан... Сразу запуливайтесь в этот... в катапульт. Кто у нас здесь сидит? Как? Катапульт запухнуть? Шестерочкой.
Настолько один, настолько один должен быть без пассажира. Все, 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 все занят. В трусах три человека сидят или два? Вы видите, что происходит с осадкой или нет? Как, ты умеешь летать, пулить мобов? Ну, уехала пушка, да? Ну, как бы я на пушке просто отдельно еду. А, иди садись. В хипер, запуливайся в пушку и ко мне еще в звездочку кто-нибудь, в пассажира. Хипер здесь? А кто на пушке уехал? Подойди назад. Я уехал на пушке. Подъедь назад, к небеси меня, подъедь назад. Подожди. Да-да-да, запуливайся в катапульт. И кто у меня тут сидит, выпрыгни еще. У тебя забавно. Выпрыгни с пушки, сядь ко мне еще раз. Не-не-не, мне так нравится. Ну, у меня не видно, чтобы ты сидел в машине. Консолью можешь там стрелять, стянуть, посмотри. Проверь, все хорошо. Не работает. Ебать. Суммоните человека. Там кто-то не засуммонился. А, да, вы не суммонили, хапало. И осадка пустая у вас одна. Сейчас. Я просто буду в углу стоять и настреливать. Кто-нибудь там вылезти, там засуммоните человека. У кого есть? Шкаф. Да, да, сейчас. Лок. Ча, Войт, погоди. Бля, прикольно, тупо начили, бля. Ну, да, бля. Я буду просто в углу стоять, блядь, и стрелять, бля. Он у тебя сидит? Ебать, блин. А где он? А он на входе стоит. Ну кому-то слота, по-моему, не хватит. Слышишь, ты меня пульнешь, а потом я буду обратно к тебе бежать, правильно? Я так по кругу. Правильно, да. Понял. Мы пуляем людей, запомните свои метки, своих разрушителей. Как только вы слезли с танка, подходите к своему разрушителю. Как только мы запуливаем второй пак, вы залазите на место пассажира и дальше продолжаете таскать колчедан. Второй пассажир, который изначально колчедан таскает, только по команде запуливайтесь в пушку, не делайте, блядь, лишних мувов своих. Вы прочитали, что Рока написал? Мне смешно. Что там? Нормально. А где он? В танке, надеюсь, сидит. Так, кому там места не хватило? У нас там ДК бегает. ДК, есть в танк какой-нибудь? Сядешь? Нет? Есть место? Нету? Ну тогда на что перемотать? Все, взялась. У всех все запорились, надеюсь, да. Чтобы не было хуйни никакой. Я отдельно от осадки в пушке езжу. Не думаю. Джонни, меня. Вас с большей степени на цветках, пожалуйста. Чтобы на разрушителях не было цветков. Окей. Да-да-да. Ага, все, окей. Понял. Девил, на подстраховке Луны.
уже разбили. Что-то рано. Да, он разрушитель. Никто не знает. А за рулем, может, он сидит? Он с насякий своей. Не, у меня темная сидит, и это, да, и Иран. Припадочная сидит вот где-то в танке. Банан вылетел, ты можешь мне посадить дырку в трусы. Этот пирекс, он знает, что делает. Все нормально, он в этом, в танке где-то. Танки подъехали. Припадочный, я же сказал, это банан. Огонь не разливайте, пожалуйста. Блять, ФПС один. Тяни мне бочку. И нажимай скорее. Чудан, тяните. У нас всего лишь минус 4 заморозилось. Нет. Вот Чудан, тяните, пожалуйста. Пизда. Одного не запустили кого-то. Ну. Готов. Блять, под солью. Это наш человек, нет? Если сейчас вайпнем. Да, да, да. Че за хуйня? Ты слышь, Кубок, ему анонси лучше. Или пусть кто-нибудь другой сядет. Типа, кто шарит, то он на хэме первый раз. Тянуть полчаса, кстати, вовремя. Все, к своим машинам разбежались. Да, ты не разрешите, я не разрешал, да. Блять, сядь, печенька! Блять, сядь, сейчас ты понял. Тише. Стоп, отфи. Ты слышишь, говорю, поставь пирекс, да, вместо кага этого, если он не знает, что делать. Что ты велосипед изобретаешь? Вылезьте из машин, пожалуйста. Давайте быстрее. О, Саша. Реально и темная. Я не могу, у меня FPS один.
Загружайся, Ирана. О, этот, кто там? Темная. Нет, можешь уже садиться. Я был на Эвермалт. Я сейчас в берлогу. Да. Так, да. Да, шарится. Что тут куча народу стоит, кто не знает. Мата фейсеров. Любого выбирай, все, сади. Не, там не шары. Вообще не шары там. Я бы смог. Сын тут. Блин. Ты из всех, короче, выбрал самого надежного, как говорится. Я бы полетал бы. Всех посадили? Проверьте свои разрушители. Не сбивайте, подождите, пацаны, ну ёбаный рот. Заезжайте. Все, садитесь, давайте. Там в танке одной пушки нету. Можно шмелю скролу давать. Можно. Но я не могу никуда сесть, пойду. Танк сядь. Танки заняты все. Ну, мотоцикл сядь. Где, Абдулай, ты ж хули не плюсовал, не плюсовал все это время? Куда не плюсовал? Нету одного. У кого нету? Треугольник. Вот в треугольник иди садись. В этот, в трусы. Я да, даже разрушу. Будешь летать. Все. Да. Тягать летать. Все. Я-то умею, но у меня FPS один. Да похуй. Что тут нажимать надо, я не помню. А, шестерку надо нажимать. Ну, сначала колчедан выделяешь кнопкой, нажимаешь крюк. Потом, когда говорят, шестерку. Все. Охренеть. Ничего не разливай перед боссом. Никогда вообще.
Танки, пуляйте. Ну, поехали. Запустили людей. Трусы, ты этот стакать-то продолжай, Лёх? Почему ты только уезжаешь? Все, к своим разрушителям подъехали все. Танки, цветы. Да какой-то ропал. Дайте место в это ромике сесть. Ребята, обновили стаки. Запуливаем людей, запуливаем людей. Шестерки нажали, пассажиры, быстрее. Ну, Дэвил. Да, людей сейчас поумирают, блять, ну пиздец. У меня панелька не работает. Все. У кого темная? Где он был? К печеньке. Куда сесть надо? Мотоцикл к печеньке какой-нибудь подъедь. Сядь в пассажира. Четыре, скорее всего, запустили, но один без пассажира сейчас. Собери-ка сюда. Быстрее садись, кто там в печеньке был? Ну кто-нибудь из мотоцикла в печеньку. И тяни сразу. Подбежали к своим разрушителям быстрее. Лос, тяни, у меня ничего нету, бочек. Обновили стаки, бот. Запускаемся. В звездочку залез кто-нибудь? Все. Сразу тяни. Колчежан, слышь, колчедана нет. Колчедан. Нормально. Вообще, голяк, тяну. Огонь криво идет. Она ускорение тут. Ускорение, дай. Дай ускорение. Босса убили. Ну, убили, ладно, похуй. Все. Найс, молодцы. Ебать я жесткий. Нихуя не понял, но очень интересно. ФПС один, короче, блять. Не могу бить, блять, не могу колчедан выделить. Блять. Все, вставайте, кто не бухом мне дрон. Мне надо подождать, пока ноут до середины зарядится, блядь, потому что у меня FPS 1, мне надо, чтобы оно до серединки. Подойдите, все разбафайтесь перед тем, как пулять. Давайте быстрее. А, ну да. Обращайте внимание, ролл тотем. Давай. Так тотем же вроде шаману, нет? Друиду, это реликвия, че как оно там? Идол, друид. Давайте все побежали сюда, давайте ребаф. Там остается только войд. То мы здесь сейчас будем стоять. Давайте быстрее. Темная, пожалуйста, иди сюда. Мусор на него. Ребафаем рейд. Невер, дашь покаяние в одного? В правого? Или в какого? Да, влево, давай покаяние, пошли правого бить. Невер тут? Влево покаяние. Все, бьем право. Это мы мне за топором, что ли, идем? Нет, Гудлик, ты плохо отыграл, поэтому у тебя вообще шмота не будет. Нифига себе, я в разрушителе вообще-то сидел, я не мог плохо отыграть. Я говорю, плохо отыграл. Он замерз, нахуй, я-то думал. Идеально.
Хорошо, что ты это сказал на мобах, а не на бусе. Хипер, первый будешь гриппать. Слабелин, второй гриппать будешь под второй каст. Нахири, это третий каст. Дальше там лос. Ты слушай, Кебаб, у тебя три роги, они все касты. Кебаб. Ну, просто я очередь вижу. Рог назначить. Да похуй. У них ники странные, не хочу их называть. Под солью имба ник, что-то трепался. Не Нарджикс. А можно бафы? Ни касок, ни МП5, ничего нету. Что, не назначит телепауэр? Я на ХП крикнул, все нормально. А я не могу изменять в комнате. Все, ладно. Уходи. Забаньте. Слева забаньте. Слева забаньте мобов. 4 лока у нас. Бан дайте мобам, пожалуйста. Первый пошел, второго тоже. Да. Им проще. Тут половина мобов, боссов. Да ну, брат. Ну, нужна ПС-ка. Ну как тебе знаю? Да нахуй надо. Я сейчас на боссе здесь 7000 хпс отдам, брат. Он просто слаб, он не хочет. 4, а зачем нам 7000 хпс, если нам нужна одна ПС-ка на сову? Понял. Вопрос снимай. На сову не надо. Блять, на тебя же. Сова не дамажит. Так, я бафаю каски. Миллион. Ты, кстати, выяснил, у кого из паладинов есть мастер аур на панели, а у кого нету? А у меня было, кстати. Я в том рейде давал. Да, вот. Да. Нет. Секиса, где ДПС? Да, у него вкачан клок, да. Мастер дается на третью ауру. Зачем мне сильно? У него вододоспех есть что-то. Нахуя, нахера мне истерия? Да, протесту истерию. Он один дамажит из меликов у нас. Да, можно дать. Ой, тогда скажешь банану, когда мастер прошел. Темная ночь стоит рыба, да? Ну вы освободите, чтобы точно у кого сейчас третья аура. Возьми. Ты что ты хочешь? Не надо.
Я знаешь, я за что провтыкал, когда в Дискорд ходил за Андролу. Поставьте огненную ауру и отпустите третью ауру, дайте ее мне. Кто ты там говоришь? Забрал. У кого конь стоит, поставьте воздаяние, у кого конь. Дайте мелку хп. Поставьте меточку на танка, по-братски. Мелт вагон. Все, все фласки выпили свои, ребята. Очень. Он это мод. Блядь, темная ночь, минус кролл сейчас получишь. Какого хуя вам сказали, блядь, не бить? Шамана прохил. В милизону все встали. Без исключений. Как, тоже? Мастер. Ты уже отдал, отпустил. Забирайте третью ауру. Третью ауру забирайте, полумастер. Геру нет. Забери мобов, пожалуйста. И второго. Мастер. Ауру отдайте. Да, у меня когда 49. Брал третий ауру, 20 секунд, когда еще. Я анонс дам. Я не успею. Стоп. Да, следующий дам. Ничего не делал. О. Да не, раздал. Все-таки мут я. Ты раздал мут? Ну, только гудлику, но этого хватило. Не, ну сам же он что говорил, что он во постить? Время пула не болтает. А он болтал. Даже пел. Он важный. Да, спроси. Кто из вас считал мастера ауру? Я был третьим, блядь. Я взял ауру, и ты такой говоришь, а, ну чё, три мастера ауры было, да? Ну все, стоп, имкаст. Ну а почему-то не сказал. До двух досчитали.
Потому что я хилил, у меня заглушка стояла в этом дискорде. Да, я сдал третьим. Не, просто ты такой говоришь. Ну все. Не, не, все правильно. Три было, это было после. У тебя что-то не этот. Не так, видимо, было. Все правильно, три отдали, а потом уже этот стопали. Типа все правильно посчитали. Что-то у вас бед ДПС какой-то бед большой. Алинкните. Скажите. У меня лагает, мне пришлось все доны выключить. Меня там нет, не интересно. Я там не на первом. Ну, алинканите в соло цель урон. Ну, вон соло цель. 8800. А, нет, это не да. Еба, я на седьмом. Нихуя. Дайте мне фласку, чтобы, блядь, мог сравняться. Это ужас. ГП ему дайте. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Очень странно, со скады рекаунт разный. Потому что ни скада, ни рекаунт здесь не работают. Скада говно. А ничего не работает, единственное, что здесь работает, это details. Кейтер. Там то же самое, только... Ребят, знаете, насколько Локи интересны? Что? Локи — это имба. Это ШП, блядь, пучка, блядь. Только Локи, только хардкор, блядь. Ни одного хила... Нет, один есть, койлы.